Тем временем в российском медиа прокомментировали публикацию Барака Обамы, который после событий в Шарлоттсвилле разместил в своем твиттере высказывание Нельсона Манделы о толерантности и любви к ближнему. Он собрал 4 миллиона лайков, став самым популярным сообщением в истории соцсети. В нашем Министерстве иностранных дел уличили бывшего президента США в лицемерии, вспомнив, что именно при нем, к примеру, был убит Муаммар Каддафи, которого тот же Нельсон Мандела считал другом и говорил, что он внес неоценимый вклад в установление демократии в ЮАР. На выборы Обаме предложили еще несколько цитат легендарного африканского политика. Отличное начинание, хотя и запоздалое. Вот список цитат Нельсона Манделы о Муаммаре Каддафи, которые все непременно должны появиться в твиттере Обамы. Лучше поздно, чем никогда. Ни одна страна не может претендовать на роль полицейского мира, и ни одно государство не может диктовать другому, что ему следует делать. Те, кто еще вчера был другом наших врагов, сегодня имеют наглость говорить мне не посещать моего брата Каддафи. Они советуют нам быть неблагодарными и забыть наших давних друзей.